Ольга, смотрите, на Западе, в США, многие менеджеры, агенты работают от имени спортивных агентств. Вот есть ли что-то подобное в России, или, может, у вас между менеджерами какая-то кооперация есть, там профсоюз, не знаю, или все по отдельности работают? Ну, у нас все работают по отдельности. Единственное, что вот в данной ситуации я являюсь членом ассоциации, международной ассоциации менеджеров, это международная. Туда у нас входит около 40 человек, ведущие менеджеры мира, в том числе и менеджер Усейна Болта, Рики Симпс. Вот. И мы решаем такие вопросы, как своевременная выплата денег организаторам, чтобы организаторы вовремя выплачивали деньги за билеты и призовые, и за приезд, и всякие такие финансовые вопросы решаем тоже. Ну, то есть на мировом уровне есть? Есть. А в России, да, пока нет. В России пока нет. В игровых видах агенты начинают работать со спортсменами с достаточно юного возраста, да, и порой даже вкладывают свои личные финансы. Вот какая-то подобная практика в легкой атлетике применяется? Ну, я не могу сказать про других менеджеров, у меня лично применяется, потому что есть... Не так часто, но есть варианты, когда, например, спортсмен хочет поехать на старт, а он еще, ну, молодой, не очень сильно результат интересует организатора, но выступить надо, и вот, видя эту ситуацию, я могу сама, например, купить из своих денег ему билет и отправить на это соревнование, если организатор с этими условиями согласен. Как правило, это срабатывает. То есть я говорю, ну, возьмите, ну, пожалуйста, вот я сама покупаю билет. И человек едет. И оправдывает. Я даже так одного спортсмена отправляла, правда, он сошел. Купила ему билет ходоку, а он сошел. Ну ничего, это, ну, всегда есть причина, чего, почему. А кто в вашей практике был самым юным атлетом? А у меня сейчас, пожалуй, самая юная. Три юных атлета, с которыми я начала не так давно работать. Это шестовичка Алена Лутковская из Иркутска, которая сейчас установила юниорский рекорд России в прыжках шестом 4.50. Она 96-го года рождения. Но еще есть моложе 97-го. Это Анатолий Ряполов, который живет в Краснодарском крае. Он выиграл юношеский чемпионат мира. И серебряным призером этого же чемпионата в Донецке в прошлом году был Константин Толоконников. Вот это мои самые-самые молодые птенчики. А как вы думаете, вот талант спортсмена на будущее можно ли разглядеть вот еще до того, как он установил какой-то рекорд в своей группе, выиграл, допустим, какой-то там тот же чемпионат России? Вот, вы знаете, вот я того, как он себя проявил. Да, вот я как менеджер, я все объять необъятное не могу. Но для того я и, наверное, менеджер, что я езжу на соревнования, юниорские чемпионаты мира, на молодежные чемпионаты Европы, общаюсь с тренерами, у меня контакты с федерациями. Это, к слову, о том, как нужно работать. Вот. И мне подсказывают, поскольку я говорю, например, ну как там, есть стоящие? Мне говорят, а вот обрати на это внимание, а вот обрати на это внимание. Вот я тебе точно говорю, вот этот парень такой, а это тренера, который работает с детьми, соответственно, я обращаю, потом так раз, подхожу, общаюсь, и человек соглашается или не соглашается? Как правило, соглашается. Смотрите, не секрет, да, что, допустим, бегуны на средние длинные дистанции, им, ну, достаточно сложно конкурировать даже на европейском уровне, то есть бороться на коммерческих стартах за призовые. Вот вы, когда, ну, работаете со спортсменом, обращаете ли на это внимание? То есть... Ну, как правило, конечно, допустим, если вот Константин Толоконников, который был на 800 метров, вот у него, знаете, как фактура видна. У него там и наследственно, у него папа, мама 800 метров бегали. И я думаю, что вот он будет расти и прогрессировать. А если человек, ну, он среднего уровня, я могу какое-то время, допустим, его взять, покурировать, подождать, но он сам потом как бы автоматически отскочит, потому что результата не будет, и ему будет просто даже и неинтересно, или он там будет, ему будет казаться, что кто-то другой менеджер ему что-то сделает, но как бы я не держу, да. А бывает такое, что, допустим,
подготовительный период, да, там к сезону спортсмен получил травму, а у вас уже вот распланировано все. Не об этом на самом деле. Еще как бывает. Еще как бывает. И что в этом случае делать, да? Ну да, что в этом случае вы делаете? И вопрос страховки. То есть спортсмен, допустим, получил травму, и насколько я понимаю, сейчас в легкой атлетике не очень это отрегулировано. То есть он там залечивается как может, по сути. У кого не спрашиваю, всех так. А допустим, какую-нибудь страховку, что-нибудь такое есть в практике вашей? Ну вообще вот у нас, когда мы подписываем контракт с федерацией, там есть графа, параграф о страховке, что я даже вот сейчас его и не помню, как он звучит, сформулирован, потому что на практике это не применяется. Если человек травмируется, он сам зализывает свои раны. Ну, там, с помощью там, спонсоров или федерации. Или... Ну, такого нет, чтобы, допустим, менеджер. Я помогаю, чем могу, если я могу там, доктора посоветовать, еще чего-то. Но вот так, чтобы... А кто в вашей практике был самым выдающимся? Ну, ко мне перешел 4 года назад Юра Барзаковский, он олимпийский чемпион, как самый выдающийся. Да-да-да. Вот. А из того, кто не перешел, а может, вы с нуля? А, у меня Ксения Усталова, Мария Кучина, Олеся Красномовец, чемпионка мира среди в закрытых помещениях. Ну, вот Алена Лутковская. Ну, достаточно много, надо было список точно взять. А как вы считаете, всегда ли успех рекламного контракта будет зависеть от результата спортсмена? Или, может быть, он может быть достаточно медийной личностью, харизматичным, иногда там даже какие-то пиар-скандалы попадать? Или все основывается на его результате? А, чтобы, да, первым делом, чтобы спонсор был заинтересован, нужен результат спортсмена. Если результата нет, то ну, смысл вкладывать деньги в него и тратиться, и вообще. Результаты – это первоначально. А, допустим, занимаетесь ли вы со своими спортсменами, продвижениями в СМИ, участвуете ли в каких-то там социальных проектах, не знаю, там походы в детские дома, какие-то благотворительные акции, мастер-классах? К сожалению, нет. Вот до этого я еще не добралась. Хотела сказать, не дошла, не добралась. Нет, это такого не было. А ваши коллеги? Тоже не слышала такого, чтобы было. Может быть, когда, если вот индивидуально кто-то, есть какой-то контракт, нет, не могу вам пример даже привести. Может, я не в курсе, не компетентна в этом вопросе. Может, вы откроете секрет, какой рекламный контракт у вас был самым... Ну, конечно, не открою. Это профессиональная финансовая тайна. Цифры, а бренд атлет вот в таком формате. Ну, вот Юрий Барзаковский и Nike. Вот если так. Как происходит трехстороннее регулирование отношений тренер-менеджер-спортсмен? Насколько я понимаю, со спортсменом вы заключаете договор, в котором прописываются условия сотрудничества, а участвует ли в этом как-то тренер? Когда вот я начинаю работать со спортсменом, без тренера эта договоренность не обходится. То есть обязательно участвует, правильно, вот этот треугольник спортсмен-тренер-менеджер. И, то есть, согласие тренера, но в контракт я подписываю индивидуально, непосредственно спортсмен-менеджер. Были у меня такие два случая, когда тренер, какие-то у них там были трения между тренером и спортсменом, и говорила, нельзя как бы мои интересы учесть вот в этом контракте, чтобы и спортсмену я не подходила, и там не выпрашивала свои проценты, а чтобы это было уже. Дважды я так внесла этот пункт конкретно для вот этого человека. Ну, вообще, наверное, в практике спортсмен все-таки понимает, что тренер в этом тоже участвует, наверное, как-то лично с ним. Люди разные. Люди разные, и ситуации бывают совершенно разные, какие-то там обиды, и, в общем, и характер, и воспитание, поэтому, вот я говорю, это чисто индивидуальные бывают случаи. Но их было у меня два на памяти.
А бывает ли такое, что, допустим, вы спортсмена даже вложили те же деньги, свозили его на сборы, на соревнования, он потом берет и уходит к другому агенту? Бывает, бывает. И знаете, как это бывает? Вот когда вкладываешь, все вроде бы когда хорошо, а он не показывает и не показывает результат. А результата нет, я не могу ему сделать старт. А он мне, ну вот, ну как же, а вот мне нужен старт. Я говорю, ну реально не берут. И он тогда говорит, ну спасибо за услуги, я пошел там к другому менеджеру. Да пожалуйста. А в договоре вы это никак не регулируете? Это регулируется, есть такая графа, что если ты уходишь там, допустим, посреди сезона, то ты обязан мне выплатить. Там, если тебе другой менеджер делает соревнования, эту же сумму, но, как правило, ему никто и не делает соревнования, потому что нет результата, и дело не в менеджере, а в спортсмене. Но были также случаи, может, у вас следующий вопрос, когда я сама разрывала отношения со спортсменом, который просто некорректно себя вел. Мальчику делаю старт раз, по какой-то причине я не поеду, я не могу поехать. Ну ладно, там пропали деньги там какие-то. Второй, но когда уже четвертый раз он с вечера он едет, а утром ему неохота, я говорю, знаешь, дорогой, до свидания. Но мы уже поняли, что все-таки деятельность менеджера, она такая не спонтанная, она регулируется на уровне федерации, на уровне ИАФ. Вот немножко про процедуру лицензирования можете рассказать? Какие, допустим, требования на уровне ВФЛА, на уровне европейском, на уровне ИАФ? Да, если менеджер работает в данной, вот это было за прошлого года, если менеджер работает менее 7 лет в этом бизнесе, то он сейчас раз в 4 года обязан сдавать экзамен на уровне ИАФ, Международной ассоциации легкой атлетики. Что-то я не сдавала, поскольку я работаю больше. И ну, что туда входит, там какие-то вопросы были связаны с правилами соревнований. Надо уточнить, кто сдавал экзамен, если честно. Я даже не интересовалась. И подписывается договор между федерациями, и также существует ежегодный денежный взнос, который мы обязаны заплатить, причем каждой федерации. Угу. Польша требует свой, Украина, Белоруссия, Россия. Угу. Ну, то есть сначала все равно ты идешь в ФЛА и... Ну, я не иду, я отправляю бланк, который присылается официально, я его заполняю, вписываю спортсменов, которые входят в тридцатку, должно быть не менее одного спортсмена, и я отправляю это в федерацию, президент или генеральный секретарь утверждают, ставят штамп, отправляют в ВАФ. Меня там зарегистрировали. Можно сейчас это сделать через одну какую-то федерацию, не надо все, можно через одну. Но денег отсылаю всем. Как вы видите вообще развитие вот этой индустрии в будущем? В России. В России. Я по натуре оптимист. И я надеюсь, что это будет развиваться, потому что очень много людей, которые в этом заинтересованы, хотя сейчас это далеко не просто. Можно я так обтекаемо, да? Без подробностей. Спасибо вам большое, да, что уделили нам внимание. Да, пожалуйста.